Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех рад приветствовать на канале Криптозомби. Ребята, в этом видеоролике я хочу вам еще раз рассказать о проекте Дорадус, а именно, первое, я покажу свои выводы, покажу, как вообще обстоят дела в проекте, поговорим, стоит ли входить, не стоит ли входить, что на данный момент здесь происходит, и второе, я покажу, как здесь можно получить NFT, здесь сейчас проходит раздача NFT, как ее получить, что для этого нужно сделать, какие будут привилегии от этой NFT, в общем, обо всем поговорим, расскажу, покажу, ну, как всегда. Перед началом видеоролика, как обычно, хочу подписаться на наш телеграм-канал. Сюда изначально публикую все темы, куда влетаем, на чем зарабатываем, как с вложениями, так и без вложений. В общем, много полезной информации в телеграм-канале. Ссылочка будет в описании под видео, переходите, подписывайтесь. Итак, ребята, Дорадус. В проекте я уже, по-моему, шестой день. Да, давайте посмотрим на мои выводы. Я думаю, самое главное вообще в проекте, в заработке, в криптовалюте, да, это конкретно выводы. Как видите, у меня 1, 2, 3, 4, 5 выводов, 32, 34 доллара, 90, 40 и опять 32 доллара. Здесь 90 были вопросы, почему? Потому что мне дали бонус за закрытие уровней. Вообще каждый человек может приглашать друзей, да, там кого-то, неважно, и за их инвестиции можно получать какие-то бонусы. Это хорошо. Также напоминаю, что данный проект сделан с большего, даже, ну вот максимально он сделал конкретно именно для пассивщиков. Что это значит? Реферальные отчисления в данном проекте, на самом деле они небольшие. Здесь можно лутать с бонуса, да, можно получать с бонуса, но тоже здесь, там не космические деньги. То есть основная цель проекта — это именно заработок для пассивных инвесторов. То есть вы положили и получаете. Если пройтись и напомнить вообще по инвестициям, уже много раз рассказывал, но все-таки мало ли кто-то не помнит, здесь мы можем получать 1,8% в день от 1 доллара до 200, 2,13% в день от 200 до 5000, ну и так далее, да, то есть и дальше больше. Тело выводное, я хочу вам напомнить то, что вы вкинули, через 10 дней вы можете забрать свои вложения, то есть процент каждый день можете снимать, и именно то, что закинули, грубо говоря, там, допустим, 200 долларов, через 10 дней вы их забираете. То есть, как по мне, проект довольно очень крутой. Также, ну, как и говорил, платит пока все хорошо. Теперь давайте я расскажу именно по NFT, как ее получить. На главной странице у вас вот есть вкладка NFT, нажимаете на нее и вас перебрасывает сюда. Значит, что нужно сделать, чтобы получить NFT? Здесь есть всего два условия. Первое, либо ваш активный депозит, то есть ваш личный депозит на сумму более 200 долларов, да, или оборот первого уровня команды более 500 долларов. Что значит оборот первого уровня команды? Это значит то конкретно, кого вы пригласили. То есть вы, может, пригласили одного человека, он зарядил 100 долларов, а этот человек пригласил еще кого-то, и он, ну, пригласил на 1000 долларов. Так вы участвовать в NFT не можете. Да, вы получите бонус за оборот в 1000 долларов, но в NFT не участвуете. То есть либо ваш активный депозит, ваш личный более 200 долларов, 200 и выше, либо с первого уровня, кого позвали, депозит, то есть более 500 долларов. Это может быть и несколько человек. Допустим, вы позвали 10 человек, они вложили по 50 долларов, и все, вы тоже можете участвовать. Это, в принципе, единственное условие. Также хочу обратить внимание, что здесь должен быть кошелек ERC-20. Ребята, я был в общем чате, читал, люди вообще не понимают, что это за кошелек. Я вам сейчас просто скажу самое простое. Скачали MetaMask, это и есть ERC-20. Не надо ничего добавлять, никакие TRC, какие-то троны, ничего не надо. MetaMask, кошелек скачали, это и есть ваш ERC-20, это адрес эфирового кошелька. BNB, BSK, это добавляется, BIP-20, это добавляется уже отдельно. Вот этот момент я хочу сказать, я думаю, всем, ну, кто-то, возможно, до сих пор не знает, поэтому я думаю, о нем нужно было сказать. И теперь касаемо самих NFT. Вот таких чупиков мы будем получать. Когда пройдет конкретно сдача, раздача, пока неизвестно, но говорят, что именно касаемо привилегий, да, то есть данных человечков, это могут быть как раздача планета, так и раздача просто каких-то боксов, какие-то бустеры на площадке. В общем, это не просто, как вообще, как говорят, да, то есть я не могу утверждать на все 100% касаемо данной информации, но говорят именно, что это будут какие-то привилегии, ну, то есть реально. И чем больше, естественно, ваш депозит, тем больше NFT-шек вы можете получить. Писали, опять же, ребята, я не буду утверждать, не хочу балаболить лишний раз, но писали, что это может выпасть бонус даже и вплоть до 10 тысяч долларов. Так это на самом деле или не так это на самом деле, я сказать не могу. Но факт в том, что я могу принимать участие, у меня депозит есть, соответственно, принимать участие я рекомендую 100% и обязательно. Ссылочку на розыгрыш я оставлю в телеграм-канале, переходите и смотрите.
Так, с этим моментом я рассказал, показал. Что еще? Вообще, давайте так обсудим сейчас касаемо проекта. Мои мысли, то есть поздно или не поздно входить. Ребята, считаю, что вообще пока надо... Ну, опять же, это лично мое мнение, пока не поздно сюда входить. Почему я, да, считаю, что сюда не поздно входить? Ребята, первое, по информации есть, что вообще в площадку уже занесли там более 40 миллионов долларов, да, и, соответственно, учитывая данные, то есть обстоятельства, проект, если он просто, если админы не захотят просто в наглую заскамить, он может прожить еще и месяц, и два, и гораздо больше. То есть вы представляете, какое количество денег на самом деле внесли проект. Это, ну, это довольно большие суммы. Но давайте опять же скажу, самое главное, ребята, любые инвестиции – это риск. Любые инвестиции – это риск. Поэтому, если вы хотите войти в проект, входите на ту сумму, которую готовы потерять. И все. Если вы готовы потерять 10 долларов, вы можете попробовать войти, заработать на 10 долларов. Если вы готовы потерять 1000 долларов и вы хотите войти, пожалуйста. Но не входите на те деньги, которые вы не готовы потерять. Потому что маловероятно, но все-таки, да, если вдруг что-то произойдет, поверьте, это будет, ну, в самом лучшем раскладе просто плохое настроение. Поэтому никогда не входите на кредитные деньги, этого никогда нельзя сделать. Здесь можно как заработать, так есть и риски потерять. Ну, то есть вы понимаете, на этом, я думаю, в принципе, можно закончить. Я пока сижу, зарабатываю, мне все нравится, меня все устраивает, выплаты идут четко, то есть каждые 30 секунд там на вывод ставишь, даже быстрее, чем за 30 секунд прилетает выплата. Поэтому, ну, меня пока проект устраивает и радует более чем. Опять же, касаемо новостей, по выводам, я, как обычно, отписываюсь в телеграм-канале, переходите, смотрите, буду держать в курсе, если вдруг что-то где-то всегда пишу в телеграм-канале. На этом у меня все. Если видео было полезным, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всех обнял, приподнял, ребята. Всем пока.